Аз сега ви помоля да изключите микрофоната ви, ако обичате, за да не, нали, да не пречим слушане. И мисля, че сме готови да започнем. Дам дума на Елизавета Мусакова да ни представи наш днешния учител. Нашия днешен лектор, Анатолий Аркадиевич Турилов, не се нуждае от кой знае какво представяне в нашия кръг, който освен всичко не е и кой знае колко широк, но за сметка на това много го обичаме. Мисля, че всички, които присъстват тук, дори и по-младите колеги, несъмнено познават името на Анатолий Аркадиевич и сигурно са чели вече поне част от неговите публикации, а те са многобройни. Те са удивителни не само по своя брой, а са удивителни и по резултатите от тези наблюдения и изследвания, които той прави през целия си живот до тука, в които винаги показва едни изумителни качества, разбира се, отчасти дадени му от природата, благосклонно или от Господ, но той е развил допълнително, така че е постигнал едни наистина впечатляващи умения в това да вниква в ръкописите и да разгадава присъствието в тях на различни книжовници. Това е способност, която не всеки притежава и за това ние всички безобразно в някои случаи разчитаме на компетентното мнение на Толя Турилов. И когато почнем да се колебаем дали този писач е от 13 век, дали е от 14, дали е същата ръка като някоя друга, която сме видели, пишем или се обаждаме на Толя Курилов. И даже е имало моменти, в които ние със сигурност сме му пречили да си гледа своята работа, защото той винаги така отзивчиво споделя своите наблюдения и дава своите мнения или препоръки. Наистина няма смисъл да се впускам в академично представяне на неговата работа, защото това е информация, която винаги може да бъде намерена. Важно е това, което е написал, важно е това, което ние сме научили от неговата работа и благодарение на него са се разкрили много неизвестни за нас ръкописи, излезли са на бял свят имената на много писачи, отхвърлени са, разбира се, други хипотези, които са се оказали несъстоятелни. И това е една работа, която несъмнено за всички нас е изключително увлекателна и за която, пак казвам, ние в много случаи се доверяваме именно на това, което е натрупал в годините на своята работа Анатолий Аркадиевич. Аз искам само да си позволя да припомня един мой личен случай, в който ние сме работили заедно с него. Не можах да се сетя преди колко години и това не е важно, но ние се намерихме рамо до рамо на две съседни маси в Прага. Мисля, че това беше в Народния музей и разглеждахме ръкописи от славянската сбирка. През 5 минути Толя подскачаше и казваше: «А, тази ръка я познавам. О, този текст е еди кой си текст. Този писач го знам. Чакай, чакай да ти прочета тук какво интересно нещо намерих». Четеше някакъв апокрифен разказ, в който Адам и Ева се сговорили да убият Каин, защото бил много лошо дете. А в това време аз седях на тези ръкописи и се чудех за какво ги разглеждам. В тях нито украсата е особено интересна, нито ми е ясно какво точно правя аз там, обаче искам да видя тези ръкописи. И така се разделихме този ден, нали? Той си отиде с една пълна кошница с нова информация, докато аз си останах озадачена и до ден днешен какво направих с моята работа в Пражката библиотека. С това искам да изразя почитта си към работата на Толя Турилов, към неговата компетентност, към неговата изключителна сърдечност в отношенията си с нас, за неговото чувство за хумор, с което разказва истории, свързани не само с ръкописите, разбира се, и да му дам думата, за да ни представи своята тема, която ще бъде върху историческите методи за
идентифициране на ръкописи, главно върху сръбските ръкописи, с които той особено много работи в последните десетилетия. Толя, думата е твоя. Благодарю, Елизавета. Очень тронут таким представлением. Очень тронут. Спасибо. Дорогие коллеги, очень рад вас видеть. И а кого не вижу, то все равно очень рад, что вы присутствуете. И должен поблагодарить за возможность выступить в столь компетентной аудитории. И, разумеется, должен принести извинения, что за всю свою жизнь я, в отличие от Сергея Юрьевича Демчина, так и не научился говорить по-болгарски. Понимать, ну, в общем, почти понимаю. А говорить активный ни в одном языке Бог не дал. Поэтому извините. Переходя к теме моего доклада, хочу сказать, что я выбрал его после долгих размышлений, потому что это оказалась тема, где я неожиданно для себя сделал довольно много открытий и выяснил закономерности, которые выходят далеко за просто идентификацию почерков. Но здесь я тоже не удержался и в качестве первых примеров продемонстрирую, то есть привожу рукописи болгарские или те, которые считались болгарскими. Это тоже связано с идентификацией. Вот. Что касается... Меня просили рассказать о методе. Я честно скажу, у меня нет метода. У меня хорошая зрительная память, и я неоднократно замечал, что смотришь на, особенно в подлиннике, с копиями далеко не всегда это получается, а вот с подлинниками как-то особенно хорошо. Смотришь на рукопись и вдруг понимаешь, что ты этот почерк знаешь. Иногда это писец известен тебе по имени, иногда нет. Но память срабатывает, потом проверяешь. Так что, по-видимому, в основе лежит все-таки восприятие дукта. Так, иначе, так сказать, ученым не выражусь. Более ученым способом не выражусь. То есть вот общий облик письма – это первое, что заставляет обратиться к деталям. А тогда уже вот выясняется, насколько это правильно или неправильно. Я должен сразу извиниться перед предшественниками, когда я их критикую, потому что и меня будут критиковать, несомненно. Да я сам знаю, где я совершил ошибки. Я упомянул об этом. Но, к сожалению, так, видимо, развивается наука, что без критики никуда не деться. И моя критика не означает, что я не уважаю предшественников. Надеюсь, вы этому верите. Итак, я все-таки перехожу к основной теме и рассматриваю один пример, который меня заставил вообще обращать внимание на свои собственные ощущения. Вот. Здесь, на этой иллюстрации, слева у нас помещены два снимка из так называемого Евангелия Мемнона Книгописца, которое хранится, шифр здесь, сигнатура здесь указана. Вот. Я помню, что когда в конце 80-х годов, или, может быть, ну, не позднее 90-х, я
сидел в библиотеке Академии наук в Петербурге, может, еще в Ленинграде, и проверял рукописи для сводного каталога для 14 века. И вот когда я взял в руки Евангелие Мемнона и посмотрел, у меня со мной случилось то, что принято называть дежавю. Понимаете, я хорошо знал, рукопись известна. Ее описал Лавров достаточно подробно. Ее описывал младший Срезневский. Лавров высказался, что это болгарская рукопись раннего XIV века. Он отказался от датировки концом XIII. И написано с русского оригинала. Ну, к этому присоединились практически все позднейшие исследователи. Вот. Причем по облику, конечно, скорее всего, Тырновская. А я смотрю, и я вижу перед собой русскую рукопись XV века. И ничего не могу с собой поделать. И чтобы избавиться вот от этого ощущения, я стал искать хоть какую-то аргументацию. Единственное, чем я мог аргументировать, ну, кроме начертания отдельных букв, мне показалось, что, может быть, я найду такие тонкие заставки-разделители золотые. Вообще, рукопись была роскошна. И из нее выдрали все миниатюры и все листы с заставками, из-за чего она, конечно, сильно пострадала. Вот. И вот в поисках аналогий заставок, только заставок, я стал смотреть книгу Вздорнова о искусстве рукописной книги на Руси, где огромное количество иллюстраций. Я помню, что вот в одной из рукописей Кирилла Белозерского монастыря, которая сейчас хранится в Русском музее, такие заставки есть. Я, чтобы утвердиться во мнении, добрался до нее и стал смотреть в альбоме Вздорнова. И вдруг я снова испытал вот то самое дежавю, потому что я увидел, что там не только заставки общие, а и почерк тот же самый. Вот. Причем вот здесь у нас, конечно, случай весьма редкий, когда человек не только идеально передает орфографию, там отклонений, собственно, вот русизмов-то очень мало, но он еще и, как я узнал позже, когда стал проверять, что он потрясающе передает акцентуацию. Потому что Владимир Антонович Дебо, один из крупнейших наших акцентологов, описал ее, то есть использовал свои книги как классический пример тырновской орфографии. И тем не менее я понял, что Мемнон книгописец – это, по-видимому, московский писец. Те самые хорошие писцы, которые представляют страшное коварство для исследователя, потому что они копируют орфографию. Вот, и тем самым они тем больше изменяют датировку рукописи, для лингвистов, по крайней мере, чем точнее они все это передают. Когда доехал до Москвы, я обратился к Владимиру Антоновичу, сказал: Владимир Антонович, вот еще одна рукопись этого Мемнона. Он человек быстрый и сразу же бросился в Петербург. Видимо, собирался уже, приехал, сказал: да что вы говорили? Ну, какая-то там все сбито, ничего похожего. Вот в Апостоле Русского музея его почему-то ни орфография, ни акцентуация не волновали. Это только показывает, насколько сложно заниматься книгописанием, изучать книгописание.
Вы здесь видите рукопись слева, рукопись справа. Вот. Там есть, была еще одна маленькая деталь, которая указывала, по всей видимости, на русского писца. Я на нее потом обратил внимание. Там употребляется так называемая полубуква. Ближе к концу строки может писаться только половинка буквы. Например, М как Л и А как петелька. Вот такие вещи. То есть в совокупности это дало основание все-таки обосновать датировку и связать с каким-то московским центром, то есть большим. Но к этому надо добавить, что вот то, что у нас находится справа, апостол лицевой, роскошнейший апостол, он до ну, где-то, может быть, до 80-х годов, может быть, до 70-х, датировался концом 15 века. Потому что исследователи, прежде всего искусствоведы, они не обращали внимания. Ну, написано на пергамене, ну и что? А то, что пергамен ограничен, причем в разных местах по-разному, это они не придавали большого значения. Следующий пример. Вот этот вот. Он замечателен разницей во мнениях относительно датировки. Слева у нас находится знаменитая Норовская псалтырь, которая сейчас хранится в историческом музее, которая была привезена из Палестины Авраамом Сергеевичем Норовым. Во времена Лаврова ее тоже датировали в 13 веке, без особых уточнений. А Владимир Алексеевич Мошин в своем альбоме 66 года, видите, как ее датировали, 3/4 14 века. Ну, здесь, понимаете, нужно заметить, что Владимир Алексеевич, будучи великим исследователем, он питал все, были у него свои слабости. Например, он очень любил и уважал македонские рукописи и критически относился к восточно-болгарским. Здесь это нельзя не заметить, потому что, как я уже сказал, у Лаврова датировка 13 века, ровно в том альбоме, с которого это снято. Но, понимаете, в какой-то момент я получил в подарок сначала только альбом снимков к мошинскому описанию библиотеки Кириллического собрания, библиотеки тогда Язу, а сейчас Хазу. И с изумлением я увидел ту же руку с датировкой середина, вторая половина 13 века. Что здесь повлияло? Время, когда Мошин еще, ну, все-таки не был, ну, только серьезно приступал к занятиям палеографии. И повлияло ли на него мнение Цонева, который датировал именно так, но он не заметил, что когда составлял альбом 66-го года, не заметил, что он уже работал с этим почерком и решительно отказался в пользу глубокого 14 века для Норвежской псалтыри. Ну, сейчас у нас она датируется, она, конечно, не 13 века, это понятно. В описании Ольги Александровны Князевской
к изданию псалтыри, она датирована ранним XIV веком. И это, по-видимому, самая надежная датировка. Вот это то, что нам преподносит личное мнение исследователя, который, ну, я не знаю, не всегда себя контролирует и не всегда контролирует свои эмоции. Но мы знаем, что Мошин был македонским академиком и вообще очень уважаемым человеком и почитаемым. Но вот, знаете, ничего не могу поделать, не знаю, как это объяснить, а я вижу, что это один почерк. Причем, конечно, очень интересно, что Норская псалтырь, возможно, написана в Палестине, а Загребская, она всегда была на Балканах. Вряд ли она совершила петлю и прибыла сюда. Установить относительный возраст одной и другой, какая старше, какая моложе, по-моему, не представляется возможным, потому что понимаете, я, занимаясь этой темой, все-таки пришел к выводу, вопреки мнению своего наставника Николая Борисовича Тихомирова, что почерк средневековый, уставной, которым писали тогда, он не подвергается сколь-либо значительным изменениям, потому что он все-таки рисованный. И поэтому как человек писал, когда научился, так он писал и перед смертью. Может рука дрожать, но тем не менее это так. Поэтому все изменения, то есть все отличия, если они имеются, это могут быть отличия, когда человек пишет в неудобной позиции, ну, например, на поле, на внешнем, тогда у него может рука соскочить, и почерк может немножко меняться. А так все сколь-либо значительные отличия – это повод сомневаться в идентичности. И даже, скажу более серьезно, отрицать идентичность. Потому что и здесь, кстати, вот мне кажется не очень надежной эта идентификация отдельных букв, когда приводятся, значит, образцы начертания отдельных букв, но не дается общая характеристика почерка. Но это, конечно, моя личная точка зрения, я не могу ее навязывать. Здесь я должен сразу покаяться и в отношении болгарских рук, и в отношении сербских. Я очень поторопился, например, с выявлением бытового почерка Лаврентия. Вот. В статье о рукописях Лаврентия. Вот. Потому что, как показало дальнейшее наблюдение, этим почерком написано именно этим почерком, бытовым почерком Лаврентия, написаны вполне литургические книги. Так что это просто почерки, имеющие ряд общих начертаний. И мы еще поговорим на этом материале, что у меня в значительной мере мой доклад – это покаяние.
Ну, я считаю, что лучше я сам покаюсь, чем меня заставят. Вот. И вот один из таких примеров – это почерк, которым написано знаменитое Хиландерское Евангелие иеромонаха Гервасия, будущего игумена, многолетнего игумена Хиландерского монастыря. Ну, здесь моя вина в том, что я вслед за многими другими исследователями, можно сказать, за поколениями исследователей, не прочитал все предисловие целиком. Поскольку все ограничиваются тем, что начало, которое я не воспроизвожу, но которое есть в альбоме Дмитрия Богдановича, там сказано, что написай сию книгу. Иеромонах Гервасий. Вот. Ну, понимаете, дело в том, что написа и списа в славянских языках значит не только вот своей рукой написал, но и приказал написать, заказал. Ну, для русской традиции все это хорошо известно по ну, там, больше столетия длившемуся спору, кто написал повесть временных лет, Нестор или Сильвестр. Вот. Но и есть очень яркий южнославянский пример. Когда известно, что в старшем валашском издании, которое печатал иеромонах Макарий, тогда еще не было слова «печатал», толковал, никаких вот этих слов еще не было. Слишком новое было занятие. Так вот там сказано, что воевода Мирча списась ей Евангелие. Хотя он, понятно, вообще не прикасался, уж тем более к печатному станку. А про реального печатника Макария говорится, что он свершил всю книгу. Вот. И также, если мы посмотрим на окончание послесловия иеромонаха Гервасия, то увидим, что здесь есть типичная приписка писца реального. Помяните многогрешного росоношу Мартиниана. То есть вся формулировка, она именно писцовая. Только не говорится, что он написал. Вот. И вот ну, из-за того, что все не читали предисловие до конца, то есть послесловие до конца, поэтому устойчивая традиция именовать апостолом Гервасия. Ну, в общем, на это есть право. Но у меня это вылилось в собственное заблуждение, и я вот должен каяться, впрочем, я уже каялся перед коллегами. Дело в том, что в определенный момент мне стало интересно. А вот в сербской традиции очень большое число актов, написанных книжным письмом. И почему-то исследователи почерков, ну, прежде всего, Луция Цернич, они почти этим не занимались. Цернич занималась только Данильцем Леволокиным, это уже начало 15 века. Вот. А здесь столько рукописей.
Я просто решил поинтересоваться, а что там? И знаете, вдруг обнаружились удивительные закономерности, на которые тоже никто не обращал внимания. Выяснилось, что книжным письмом с момента, когда уже начинает распространяться канцелярская, которую в сербских канцеляриях получила очень широко, пишутся за исключительно редкими случаями. Я знаю только два. Только жалованные грамоты монастырям. И это, в свою очередь, заставило меня внимательнее посмотреть, ну вот, а кто там пишет, нельзя ли будет установить писцов и как-то сгруппировать, что-то понять. Вот. А тут, понимаете, столько грамот. Ну, понимаете, причем вот тут обидно. В болгарской традиции грамот мало. Тут никаких закономерностей не построишь. А там четко. И в русской традиции грамоты 14 века есть, но они в основном в копиях. Поэтому это не тот случай. А здесь прекрасное время, и есть на что посмотреть. И вот тут я попал впросак. Именно потому, что не читал внимательно послесловие к апостолу Георгию. Я нашел две рукописи, две грамоты Хиландарского архива, где был тот же самый почерк. Но дело в том, что в сербской традиции существовало мнение, изложенное коллегой Живоиновичем, я не помню, как его звали, зовут, то бишь, вот, что это грамоты представляют собой сравнительно поздние списки, сделанные там где-то в 40-х-50-х годах. Одна из этих грамот воспроизведена здесь, справа, кусок ее. Вторая грамота написана одним писцом, здесь два. Вот. И я, естественно, ну, известна дата кончины Гервасия, точнее, как бы смена игумена, поэтому я написал, что это не так, что это не может быть позже вот такого-то года. Вот. И это мнение даже было принято сербскими исследователями, во всяком случае, как высказанное. А после того, как я обнаружил, что это не Гервасий, а Мартиньян, пришлось приносить извинения. Это вполне закономерно. Но, правда, вот это именно рукопись, не вторая, вот эта грамота, она, может быть, имеет текст, написанный Гервасием, вот второй, нижний, который, безусловно, отличается от верхнего. Вот. Тогда к ней, это, если, конечно, это действительно, поскольку действительно приписка игумена, то надо или допускать, что приписку к копии грамоты сделал следующий игумен, или полагать, что это все-таки Гервасий. Тогда у нас хоть какой-то образец его есть. Ну, тем более почерк обоих писцов редкий, это же в сущности это то, что мы называем Тырнским полууставом или Тырнским уставом, который в сербской книжной традиции распространен
весьма в ограниченных количествах. Вот. Ну, в любом случае, то, что мы видим наверху, это не Гервасий, а Мартиньян. Но Мартиньян, конечно, мог прожить дольше, потому что, ну, если он только Ресоноша около 316 года, то он моложе Гервасия, несомненно. Последняя загадка в приписке писца, ее я вам не покажу, но ее легко увидеть и в альбоме Богдановича. Дело в том, что там 2,5 строки написаны тем же писцом по выскобленному. И кое-что можно прочесть. Видно, например, что Гервасий первоначально был назван не иеромонахом, а иконом. И что за этим скрывается? Ну, скорее всего, то, что Гервасий был иконом дважды. Но в определенный момент был сменен. Потому что, ну, понижение вроде в монастырских чинах мы не прослеживаем. Значит, это какое-то временное перемещение, за которым последовало второе икономство и потом игуменство. Ну, тема, с которой предстоит разбираться отдельно, и, конечно, это надо читать, по крайней мере, в ультрафиолете. Я думаю, что многое удастся прочесть. Вот. Ну, вот это показывает, какие сюрпризы нам преподносит идентификация. Всего мне удалось, как мне кажется, идентифицировать около 20 почерков в Хиландарском архиве. Это было сделано в процессе работы по новому изданию Хиландарских грамот. И здесь мы столкнемся еще с одной сложностью работы именно с сербским. При том, что сколько сделано идентификации сербских книжных почерков, ну, прежде всего, конечно, Луций Церныч, это излишне говорить. Вот. Но иногда, и вот здесь снова приходится обращаться к вопросу полной идентичности почерка или наличия отличий, и что они означают. Вот я покажу еще один пример, где я очень долго колебался и все-таки. Это справа у нас всем известное Хиландарское Евангелие Милутина 1316 года или 12, ну, в общем, 10-х годов, которое написано Георгием Родословым, известным писцом, написавшим не одну рукопись. А слева это изданное 10 лет назад фототипически грамота того же короля Милутина монастырю Убанской. Вот. То есть по времени практически не отличается. 1316 год. Это. Вот. И, казалось бы, ну, Милутин и человек, переписавший для него Евангелие,
да, само собой напрашивается. Тем не менее, здесь мы сталкиваемся с такой особенностью сербских рукописей Милутинового времени. На самом деле оно, конечно, шире. Это где-то от 80-х годов 13 века и до конца правления Стефана Дического. Тогда очень стандартизированные почерки, очень близкие графически, так что буквально глаза разбегаются. Я сначала, когда получил только издание этого роскошного грамоты Милутина, издание для этого пришлось получать копию из библиотеки Сираля. Здесь заслуга Джорджа Трифуновича. Я сначала, ну, боже мой, конечно, конечно, Георгий Родослов. Но причем так, я поделился этим мнением с Трифоновичем, а Трифонович сказал: ты знаешь, нет. Они очень похожи, но это разные почерки. Я к тому времени уже высказал мнение. Решил, что я все-таки проверю. Стал проверять и понял, что при всей близости почерки все-таки имеют отличия. Ну, например, посмотрим на букву «Р». Она в грамоте вот всегда такая с хвостиком влево. А в Евангелии она прямая. Ну, во всяком случае, хвостик отгибается не так. А потом в Евангелии все-таки выдержанное симметричное Ч, а в грамоте устойчиво несимметричное. И начертание Х отличается. Так что это тот самый случай, когда мы должны говорить об очень близких почерках. Вот. Но, тем не менее, разных. Тем не менее, разных. Вот. Я сожалею, что не подготовил большего числа примеров, но полагаю, что все-таки я говорю уже очень много. Сейчас я говорю. Вот. Поэтому позволю себе на этом завершить и жду вопросов и критики. Я пока не убираю демонстрацию. Если вдруг будут какие-то обращения к конкретным, то можно будет вернуться. Вот. Благодарю за внимание. И мы благодарим Анатолия Аркадьевича. Думаю, что было очень интересно. И надеюсь, что сейчас мы участвуем в дискуссии с ним. Так да, что... я должен, конечно, просить прощения, что говорил очень долго. Меня нужно было пресечь. Нет, нет, и так и нужно было. Так что благодарим. Спасибо. Ну, кто-то хочет задавать вопросы или просто сказать мнение?
Ну, я, честно говоря, не очень удивлен, потому что, к сожалению, это ну, почти стандартная реакция на мои доклады. Почему так? Да, Ольга, вы хотите... Да. Анатолий Аркадьевич, скажите, пожалуйста, вот конец строки, насколько может быть таким признаком, скажем, убедительным для атрибуции текста, что писал один человек или разные? Вот тут вот у нас, видимо, примеры двух разных почерков, или как? Это примеры разных почерков. Угу. Нет, просто вот я, к сожалению, опоздала. Вот выключка. Насчет конца строки. Это то есть, вообще. Так, ну, так сказать, как выключка строк. Вот, да, да, вот более знаете, ровная. Вот этим я спасибо за вопрос, потому что я этим вопросом не задавался, учитывая, что в рукописях все-таки выключка строк. В целом это как бы не обязательно. Ну, иногда вот столбцами это разлиновка определяется. Ну, спасибо. Надо думать. Надо думать. Здесь действительно. Вот, отлично. Спасибо. Есть вопрос? Светлина, я слушаю, если... Вы меня слышите? Да, я слышу. Или нет? Слышу, слышу, Светлина. Да. Поскольку Толя Турилов упомянул среди этих случаев сложных почерк писца Лаврентия. Я хотела бы, если у него есть теперь твердое мнение, какие именно рукописи после того, как его мнение как-то поменялось, все-таки принадлежат Лаврентию. Светлина, я во время принадлежат те рукописи, которые графически едины. Но там дело в том, что я выделял тогда, не знаю, что на меня нашло, я выделял рукописи, которые написаны достаточно отличным почерком. Вот, я думаю, что это связано с тем, что это как бы почерк нелитургических рукописей. То есть там, насколько я помню, я сейчас, конечно, не помню шифров, но там было вот был этот сборник Зогорского монастыря. Вот. Я, если можно, я проверю и напишу конкретно, укажу конкретно. Мне только было ужасно неудобно, когда какой-то болгарский коллега все воспринял так, как есть. И вот написал работу о Лаврентии и включил в число лаврентиевых рукописей вот те, которые ему не принадлежат. На самом деле это, ну, понимаете, кажется, так вот более небрежно. Лаврентий поразительно выдержанный писец, на самом деле, как выясняется. Так что вот я отвечу, напишу. Не помню, вот не успел это выписать эти шифры. Но это именно чети сборники, чети рукописи. Но потом я нашел, что у этого писца есть и литургический. Так сказать, не Лаврентий. Так что ответ за мной.
Простите. Спасибо большое. Спасибо. Простите, могу ли я спросить? Разумеется. Толя, может быть, ты коротко нам скажешь, в каком случае и когда мы можем расширить, надо думать о том, что писец это просто поменял свое перо, просто поменял та часть, с которой он пишет, да, и потому что очень часто мне казалось, что один и тот же почерк, только он поменял писец или когда чернила были более разряженными и наоборот, можем ли мы тогда быть более или менее уверенным, что это один и тот же писец, просто во время своей работы он вставал, менял, так сказать, свое орудие работы, либо чернила. Иногда действительно бывает так, что я... Мне кажется, что другой стал писать. А потом смотрю, буквы, они одинаковые. Просто, наоборот, например, однажды видела, и это один кусочек, фрагмент Дмитриевского в Питере. У него стали буквы шататься немножко. И перевернув лист, там была заметка писца, что ему очень хотелось пить, было в августе, он писал в Хиландаре, и очень хотелось пить, а игумен ему не дал. Вот имею в виду вот такие битовые, я бы сказала, но очень важные моменты, когда ты удивляешься, тот ли сам писец, или они поменялись, или они одной школы. Как ты просто тогда... стараешься угадать, в особенности, когда перед тобой не рукопись, а снимок, фото или там страницы. Каким образом ты решаешь эту проблему? Ты знаешь, это очень трудный вопрос, очень трудный. Я, в общем, пребываю в некотором недоумении. Вот, например, ты помнишь, что в сборнике из Аргада, который... Ну, ты им занимался, где вторая половина в Бухаресте. Ага, да, конечно. Дзгада. Пожалуйста, я плохо, у меня, по-видимому, плохо слышу. Да, говори. Вот, там ведь писец, как известно, в течение двух страниц переходит сначала, убирает юсы, потом геры. Вот. И там разобраться вот сколько писцов? Я, например, так и не знаю. Понимаешь, смена пера может иметь значение.
и смена чернил, понимаешь, причем так, что вот, ну, я, как я пытался датировать Охридский апостол. Я знаю, что в Болгарии это практически не приняли. Вот там я считаю, что Тихомиров считал, что запись писца с благопожеланием архиепископу, она сделана позднее, почерк изменился. Но там же он явно пробовал чернила, которые ему не понравились, потому что больше они не встречаются. Вот. И потом он пишет на внешнем поле, и поэтому у него рука соскальзывает. А ну, я считаю, что все-таки, так сказать, исторические обстоятельства, ну, не дают оснований делать те выводы, которые делал Кульбакер. Понимаешь, потому что там говорить, что вот если там, там в таких-то годах 12 века мы не знаем имени архиепископа, то почему не предположить, что его звали, не звали Дмитрием? Вот спекуляция. Если мы все-таки будем придерживаться исторического подхода, то, скорее всего, это Дмитрий Хмутилин. Все-таки Дмитрий Хмутилин. Ну, во всяком случае, я не мог не высказаться по этому поводу. Поэтому, понимаешь, вот это настолько деликатно и, с другой стороны, мутно, что я не знаю пока, какими критериями здесь пользоваться. Знаю, каждый раз это приходится решать отдельно. И ты это не хуже меня знаешь. Знаю, но часто ли тебе приходится сначала подумать, что двое или даже трое писцов писали, а потом просто убедиться, что это один? Случалось. Один из самых ярких примеров – это не мой, а Алексея Гиппиуса, когда он разбирался с почерками новгородской первой летописи. И что там два писца. И он разобрался, что писец-то один. Вот. И тут очень сложно. Это я не люблю таких ситуаций. Да ты не любишь. Не знаю. Мне все время такие попадают в последнее время. И в Иерусалиме еще хуже. Я понимаю, понимаешь, когда речь идет особенно о нелитургических почерках или о нелитургических книгах, там это больше. Это создает дополнительные сложности. Ну тогда как лучше определить и сформулировать это положение, когда делаешь описание? Сказать, может быть, писали двое, но может быть он... Именно так, на мой взгляд. То есть описательно, а не дефинитивно. Да. Я так думаю, но иногда так хочется все-таки разобраться. Да, конечно, вот, но это, к сожалению, приводит вот к тем ошибкам, которые я приводил на своем примере. Не говори мне, коллеги, во всяком случае, так много много ошибок я бы наделала, если не консультировалась с Анатолием Аркадьевичем. Просто, или с Толей, просто язык как-то не подвергается. Но зато могу только просто поблагодарить его, но в нашей корреспонденции обычно в известном периоде было так. Толя пишет и начинает так. Наконец я нашел тот писец, который написал «Иерусалим 4».
И там его соображения. Или думаю, что Иерусалим 12, писец, один из писцов Иерусалим 12 не является тот писец, который вторая рука Ягичева, Златоуста Ягичева, хотя очень похож. Но я забыла спросить, а не является ли третья, четвертая и так далее, потому что там восемь рук. И вообще иметь, я бы не сказала даже авторитета, хотя Толя Турилов авторитет, но имея, так сказать, основание обратиться и иметь подтверждение твоего мнения или опровержение, это просто благость великая. И я думаю, что все мы более или менее за это должны благодарить и Анатолию Аркадьевичу. Клементин, ну, не будем обмениваться комплиментами. Я тебе до сих пор так благодарен за отрывки из собрания Калужняцкого, когда ты указала мне, откуда это. И в самом деле это оказалось так. Давай действительно не, но просто, может быть, здесь, по крайней мере, несколько человек среди наших коллег, которые здесь присутствуют, на которых я могу положиться, скажем, Елисавета. Всегда, когда у меня вопрос такой, или Мария Спасова, которая тоже здесь, или коллеги из России тоже, и Сербии, это так много мне дали. Это просто в известном смысле окончательное наше решение является плодом наших взаимоотношений на полях рукописи. Просто я думаю, что и мои ученики таким образом справляются со своими вопросами. И поэтому здесь поблагодарю и Марку, потому что такие семинары просто очень важно проводить. И я думаю, что семинары по палеографии и то, что делает Елисавета, очень-очень важно для нас. Спасибо. Елена Владимировна хотела задать вопрос. Да, Марк, спасибо большое. Анатолий Аркадьевич, здравствуйте. Я вот в продолжение вопроса моей дорогой Клементины хотела бы все-таки уточнить, что нужно оставить надежду решить вопрос как-то все-таки о вариативности в почерке писца. Вы знаете, я начну вот с примера и объясню, что я имею в виду. Есть индивидуальные почерки, есть, в общем-то, почерки каких-то школ, каких-то крупных скрипториев, где они достаточно унифицированы. Я вот наблюдала, как работала Любовь Михайловна Костюхина над росписью писцов макаревских мини-ячейки, которые хранятся у нас в отделе рукописей. Вот, и я даже была привлечена в качестве молодого сотрудника там к распечатке всего этого. Я обратила внимание, что почерки, например, в макаревских минеях и тем более в лицевом летописном своде очень унифицированы. Для раннего периода на Руси это не свойственно, но вот для как раз XVI века, для грозненского времени это очень, очень показательно. И вот она выделяла писцов, у нее там были десятки писцов, причем она, ну вот,
мне казалось, что вот, вот среди достаточно однородного гомогенного текста вдруг писец там пишет землю, как обычно, там с хвостом назад, и вдруг ему надоедает, он ее вперед закидывает, да, в виде тройки. И потом опять он, ну, несколько там столбцов он напишет примерно так, но потом других, например, отличий в этом почерке не было. Любовь Михайловна выделяла его как отдельный почерк, хотя уже мне в тот период казалось, что, в общем, скорее всего, писец все-таки человек, он мог себе позволить, тем более он каллиграф и обладает разными начертаниями, мог себе позволить разные вольности. Вот вообще для меня всегда дилемма. С одной стороны, мы знаем, что писец, даже профессиональный, владеет разными, вы говорили, приводили примеры деловых и книжных почерков, разные варианты, естественно, начертания одной и той же буквы знакомы писцу, даже если он их не использует. С одной стороны, вариативность почерки одного писца, с другой стороны, близость, например, там вот если брать Матфея и Лаврентия, там, скажем, в миних, в ранних ягических, или еще какие-то писцы, которые пишут братья, да, они и сейчас братья, там, сестры пишут одинаково, вот, а тем более профессиональные писцы, вот, вообще есть какой-то вот, вы как-то для себя решили, вот, как, что делать с вариативностью, до какой степени писец, вот вы для себя его границы поставили, до какой степени это вариативный почерк, а когда начинается уже новый писец? Вот есть какая-то такая у вас грань? Елена Владимировна, я сразу хочу сказать, что я полууставными почерками, каллиграфическими полууставными почерками практически не занимаюсь. Я их, честно говоря, побоюсь. Именно в силу этого, потому что они свободнее, они гораздо свободнее в обращении с начерками букв, с использованием вариантов. Вот. И, ну, и потом, знаете, ну, по счастью, не было необходимости задаваться. Но и проблему я понимаю, а вот как ее разрешить, я не знаю. Интуитивно. Я не чувствую это. Не, но это же надо кому-то доказать, да? То есть, Красимир, я так понимаю, это ты. Для себя ты решил, что да, вот интуитивно понял, что это тот же писец. Но надо же привести какую-то систему доказательств, если ты хочешь, скажем, ввести какую-то новую атрибуцию. Поэтому вот... Я согласен, но не знаю, не знаю. Понятно. Анатолий Аркадьевич, разрешите еще вопрос? Пожалуйста. Приветствую из Великотернова. Скажите, пожалуйста, немножко больше, но приоткройте нам вот такую дверь. Как вы разбираетесь в почерках человека, который пишет на протяжении многих лет? Стоит ли действительно проблема возраста? Такая проблема встает по поводу берестяных грамот. Как в рукописях? Вы понимаете, дело в том, что то, с чем я сталкивался, показывает поразительную устойчивость. Потому что, вот, например, был такой новгородский писец в 15-м, первой половине 16 века, Закхей. Он, по-моему, сохранились его просто письма лет за 50. И вот что он, и поразительным образом еще датированные рукописи есть. И это поразительно устойчиво. Поразительно устойчиво. Вот. Поэтому здесь я не вижу оснований, во всяком случае, для уставных почерков. Ну, а ведь понимаете, на самом деле, какие отличия уставного почерка от каллиграфического полууставного? Не так уж их и много. Поэтому я считаю, что... Или возьмем, ну, уж кого? Владислава Грамматика. 40 лет писал. Да. Этот... знаменитый этот первый молдавский писец, у меня заклинило,
вот, за которого, с которым Яцемирский отождествлял Григория Цамблока на пенсии, так сказать. Он же ведь, знаете, что в тоже там 40 с лишним лет, и все одно и то же. При том, что он владел несколькими темпами. То есть он, у него был и курсив этот вот, и, так сказать, беглый, и его классический почерк. Поэтому я считаю, что все-таки лучше полагать, что, ну, во всяком случае, так, что если одинаково, тогда не вызывает сомнений. Может быть, это зависит еще от сопротивления материала, как вы думаете? Это может оказывать влияние? Может быть, вполне может быть, потому что, ну, разумеется, одно дело царапать по бересте, как и граффити делать. Вот. И потом, конечно, знаете, писать по бумаге, писать по пергаменту, это не одно и то же. Хотя у нас есть примеры, когда, так сказать, извините, писали, и там, да. Я просто хотела насчет того, что сказал, и что коллега Николова спросила. Просто есть такое мнение, мне кажется, Толя, мы разговаривали и об этом. Вначале писцы просто пишут так, как учились, да? Да. Да. Они очень похожи друг на друга. И просто это интересно, это о чем ты говорил на самом начале твоего доклада. Значит, вначале они просто пишут и делают как часть какой-то школы, да. А потом эти их почерк становится просто больше индивидуальный. Можно и так сказать, например, можно сказать. Но я хотела и что-то другое просто сказать. Прежде всего, хочу поблагодарить Толю за прекрасный доклад. И, конечно, не только за доклад, но за вопросы, которые он поставил. Он проблемы, он указал на проблемы. А эти проблемы, мне кажется, связаны и с его большим опытом, можно так сказать. Значит, вначале, как и мы многие, я сама с этим встречалась, больше говорим об этом, что мы находим писцы и говорим, что это тот же самый писец. А потом, когда имеют так, мне кажется, станем со зрелостью, да, нашей, увидим, что нет той же самой беседы, но это может быть генерация или школа, например. Просто мы, если ты вспомнишь, мы об этом и разговаривали. И это я вспомнила, когда публикована эта грамота Свято-Стефанская, когда появилась, когда ты разговаривал об этом, что это очень похожий писец этого Хиландар 1, да, Милутинова в Евангелии. И действительно есть, это так выглядит. И хочу просто сказать, что и сама очень-очень часто встречалась с такими проблемами. Это выглядит одно и то же самое, а наконец мы увидим какую-то мелочь, как ты сейчас показал, да, нам какой-то кусочек этой буквы или что-то другое, когда мы, к сожалению, надо просто признать, что это очень-очень похоже, но не тот же самый писец. И мне кажется, что это самое важное, что ты сейчас, сегодня нам просто показал, какие проблемы и какие нюансы в исследованиях вообще нашего наследия, рукописного наследия славянского, прежде всего, конечно, южнославянского. Просто это хотела сказать и поблагодарить тебе еще раз. Спасибо. Я очень тронут. Вот, это действительно, я ведь человек на самом деле нерешительный и робкий.
Вот. Помните, что первую атрибуцию я сделал в университете, но это была не рукопись. Я атрибутировал икону. Но первое, что мне пришло в голову, что я ничего не понимаю в иконописи. Вот. И я смирился, что я ничего не понимаю. А через 2 года я услышал доклад, где было сказано то же самое, что мне пришло в голову. Вот. Но это меня тогда еще не вдохновило. Все-таки прошло уже только в аспирантуре. Я сделал первую серьезную атрибуцию, но это была русская рукопись. Вот. То есть я не экстраполировал это на более широкие возможности. Это уже, где-то к 40 стал думать, что, наверное, что-то я вижу. Да, это просто, когда ты сказал вначале, что у тебя нет метода. Да. Я вспомнила наших разговоров с Луцией Цернич. Просто, если говорим об этом. Это, по-моему, между прочим, и талант. Это талант. Есть такие талантливые люди, какая, например, была Луция Цернич, какой на самом деле Толя Турилов, и просто нам надо это признать, просто это просто признать, что есть и талант, кроме метода, кроме науки, кроме палеографии, археографии, просто надо рассчитывать на это. Да, Ирина, дорогая, это не талант даже, у Луции был дар Божий. Да, талант и дар Божий, да. Талант и дар Божий. Ребята, но одну вещь все-таки надо признать, и думаю, все согласитесь, что все-таки палеография не математика, и доказываешь, а в конце концов действительно вопрос опыта, вопрос интуиции и... Иногда вопрос, конечно, ошибки. Кроме того, иметь в виду, что кроме чернила, кроме пера играют свою роль. И вот кому-то не дали воду пить, кому-то водку не дали или дали. Кому-то монашка принесла зайчью кожу и вино. Это тоже влияет. А кто-то помалу видит. Но Толя в одном прав. Извините, шутки в сторону. Посмотрите на собственные записочки скорских годов, студенческих годов и, в общем-то, до времени, когда мы писали рукою, а не компьютером. Человек очень меняет почерк, в зависимости от многих разных, и от возраста, и от всего такого. И пишет ли для кого-то, пишет ли про себя. Но некие структурные особенности, сочетание элементов буквы, и так далее, обычно не меняется с поздних скорных годов, скажем, с время гимназии и до сих пор. То есть я теперь пишу отвратительно, потому что очень редко пишу рукою. Но, в общем-то, вижу, что кое-что остается вот так, как нас научили и как человек потом привык. Так что в этом я согласен с Толей. Надо уловить у каждого писца некоторые... Обычно их не так много, потому что в основном все-таки есть и школа, есть и традиция местная и так далее. Но бывают такие строго личные особенности именно в деталях, которые даже когда человек меняет и перо, и чернила, и материал сохраняются. Но очень трудно все это подвести под некие такие строгие математико-геометрические правила. Согласен вполне. Хотя наши почерки скорописные, они более вариативны с самого начала. Что касается, что человек пишет так, как его научили, эта формулировка принадлежит Андрею Анатольевичу Зеленяку в связи с полиграфией берестяных грамот. Mm-hmm. Вот. И известно, что если у человека случился инсульт,
и ему приходится после этого учиться писать, он пишет совсем по-другому. Это другое дело, да. Вот. Что, спасибо, коллеги. Анатолий Аркадьевич, еще секундочку. Скажите, пожалуйста, у нас уже выявлены случаи, когда писец меняет скриптории. Вам приходилось отслеживать? Он меняет не просто вот там литургическое, не литургическое, а можно проследить какие-то изменения? Нет, этим никто не занимался, насколько я знаю. Ну, понимаете, неизвестно, как человек, понимаете, как он поведет себя в новом скриптории, будет ли на него, ну, тем более, что скриптория для славянской традиции – это понятие относительное. Очень. Вот. Поэтому, если вдруг опытный писец придет в какой-то монастырь, он там может все перевернуть, наверное. Вот. Есть же, ну, вот, сумасшедшие случаи. Вот как, например, писец Ватиканского Евангелия. Бунило или Будило, я уже забыл. Но он же ведь поразительно... Дело в том, что два достаточно крупных исследователя писали про это Евангелие. Да не может быть, что оно было сербским. Вот. А все почему? Потому что у него почерк ростовского скриптория раннего 13 века. И это, значит, был какой-то ростовский монах, который учил его писать. И он этим почерком писал достаточно долго. Так что, могут быть, тут, учитывая все-таки ограниченность круга грамотных людей, могут быть самые неожиданные повороты. Угу. Есть же у нас случаи, когда очень редкие, когда там полкниги написано почерком берестяных грамот. Ну, как умел человек, так и писал. Причем и на бумаге, и на пергамене. Ну, там она просто слоями, поэтому вот. Это просто, это, конечно, отдельная тема. Надо, чтобы кто-то этим занимался, но что мог? Хорошо. Я думаю, что пора закончить наш семинар. Да. Ну, поблагодарим Анатолия Аркадьевича за, за выступление, а и за дискуссию. Потому что дискуссия иногда даже важнее, чем выступление. Да? И как вы видели, в начале было немножко так молчание, а потом дискуссия запалилась. Да? Да, так что да, благодарим много. Благодарим всех участников. Следующий раз будет 20 мая с Еленой Владимировой Ухановой, которая как раз и присутствует сегодня, и которая будет нам говорить еще раз о методе, как она относится к идентификации купистов. Еще раз поблагодарим Анатолия Аркадьевича. Сейчас Сергей Темчин хотел что-то сказать. Пожалуйста. Сережа? Пропал где-то. Он мне только что написал. Может ли кратко сообщение? Или забыл включить микрофон? Ну... Слышно? Да, сейчас да. Сейчас да. У нас просто есть прекрасный пример, как один писец, какими разными почерками может писать. Потому что мы все исходим из посылки, вроде бы естественной для нас,
что человек, вот он каким почерком пишет, вот так оно и есть. Но ведь сейчас издан полностью библейский сборник Матфея 10, где, собственно, библейский текст написан одним писцом, который известен нам по имени. Там есть два или три места, где встревает вроде бы как его ученик, но непонятно, ученик или он сам, но это маленькие фрагменты. А основной текст, он как бы не подлежит сомнению, что подлежит именно Матфею 10. Так вот, он пишет демонстративно несколькими разными книжненными почерками. Разные типы текста, типа предисловия к Евангелиям и к апостолам, он пишет наклонным почерком, потом прямым, просто демонстрирует целую гамму различных книжных почерков, причем человек тот же самый. И когда мы научимся, если вообще это возможно, определять формальные признаки, по каким эти разные книжные почерки одного и того же писца Матфея 10 можно доказать идентичность писца, вот тогда мы будем понимать, насколько сложна область палеографии, особенно вот в области идентификации почерков. Большое спасибо за внимание. Спасибо. Сережа, прости, а теоретически невозможно ли, что он в некоторых случаях диктовал? Говорю о коротеньких текстах, не о полном тексте. Нет, нет. Откуда ты этого знаешь? Это подробный колофон, где он просто написал, где он писал, что он писал, как он писал, о своей семье рассказал. Это известная рукопись. Она сейчас доступна онлайн полностью. То есть эти почерки, я не говорю, а он показывает несколько типов каллиграфической вязи в конце, именно показывая разные возможности написания. А человек известно, он служил вот писарем в Виленской канцелярии. Не совсем понятно, то ли митрополичей, то ли княжеской, здесь мнение расходится. Но это профессиональный писец. И он показывает разные, три или четыре разных книжных почерков, которыми он сам пишет. Разные типы текста внутри одной и той же рукописи, дифференцируя почерки по в зависимости от содержания текста. Сережа, он это делал нарочно? Он нарочно? Конечно. Это другое дело, да, это другое дело. Нет, да. Ну погодите, если один человек может сделать нарочно, значит, это может делать и другие люди так могут, в зависимости от чего-то, правда? Во времена Матфея 10, да. Анатолий Аркадьевич говорил о другом периоде и об уставных почерках. А в полууставных действительно может быть то, о чем говорила Елена Владимировна. В этот период действительно разными типами почерков владели одни и те же писцы. Это видно по разнице между основным текстом и колофоном. Это действительно так. И вот и сюда вписывается Матфей 10, а 11-14 век и устав. Устав не позволяет столько вариаций делать, сколько полуустав. Да. Ну хорошо, ну мы будем стараться. Наш цель – это собирать фотографии всех почерков, ну, копистов 14 века, и можно посмотреть, будет ли или нет и в 14 веке, хотя, конечно, времена разные. Мне кажется, извините, что коллега Парпулов хотел сказать что-то, да? Если можно совсем быстро. Другой пример есть, конечно, хорошо знакомый Анатолию Аркадьевичу, молдавский писец Гавриил Урик, который писал двумя совершенно отличными друг от друга почерками, александрийское, так называемое поп-герасимовое письмо, и уставным почерком. Документально известно, что человек один и тот же. Так что Матфей совершенно не исключение. Есть другие примеры. Ну, это тоже мне кажется, что это случается довольно часто, когда один и тот же писец пишет целую книгу, основную часть, а потом делает свой замечание, запись на конце. Это довольно часто случается. Это совсем различные почерки. Да. И глоссы еще. И да. Глоссы, конечно, конечно. Это Жанна, да? Да, это Жанна.
Анатолий Аркадьевич, хотели бы что-то сказать? Нет, я хотел бы только поблагодарить всех еще раз. Спасибо. Вот. И хотел бы отдохнуть. Спасибо, Толя. Спасибо. Спасибо. Мы надеемся продолжать сотрудничество с вами, конечно, если вы позволите, потому что всегда ценно ваш совет. Хорошо, тогда я заканчиваю, закрою семинария. Увидимся через месяц. Уже наш семинар стал традиционным. Третий четверток месяца в 17:30. Болгарское время, которое сейчас совпадает с московским. Хорошо. Всем желаю хорошего вечера. И хорошего вечера, и до следующего раз. Всего хорошего. Пока. Спасибо, хорошо. Всечко добро. До свидания. Пока, до свидания. До свидания. До свидания. Толя, вы там работаете как? Присутственно, отсутственно? На отсутствие, пока. Я просто прививку не сделал, поэтому в отсутствии пока. Понятно. Я сделал первую вакцину, посмотрим. Молодец, я собираюсь. Ну, я попал в другую возрастовую группу и уже прошел. Ты уже молод. Еще молод. Все еще впереди. Хорошо, ребята, пока. Всего хорошего, до свидания.